Ярослав Старухин, он этого не понимает. Он значит, вот там 500 подписей нотариальных. Ну, ведь это ну, не царский этот путь. Не попадем мы так, понимаешь ли, что все скажут, Ярослав Старухин таким образом поднимется на мавзолей, и все скажут, вот он. Ну вот и сейчас вот посмотрите на него и скажите, это он или не он? Еще раз, я всего лишь следую пути, который сказал Александр Горунович. Стучаться во все двери. Да. И нужно быть в образе этого сумасшедшего, ходить. Да. Значит, сюда, на выборы, в депутатские конкурсы принимать, на школе здравого смысла выступать, еще где-то выступать. И рано или поздно вода камень... Сумасшедший, что возьмешь? Ярослав, у нас в народе говорят. Ярослав, мы с тобой это... Что это говорили? Так, ну, ты понимаешь, в чем дело? Вот возьмем джигурду какого-нибудь. Ну, смешно же. Еще раз, ни на одной площадке на планете нету ни одной фигуры, которая говорит о том, чтобы выйти к народу и сказать, автономная энергетика в каждое домовладение. Регенеративная медицина каждому гражданину за счет государства. Нету ни одного. Нет, ну вот ты сказать ты можешь все, что хочешь. Понимаешь, в чем дело? А у тебя коробки из-под сердца нету. А ты уже всем энергетику раздал. Вот мы видим пример, когда получают нас о гиператаках и не понимают, как это происходит. Объясняю, 500 человек могут совершить информационную революцию. Откуда взялся Си Цзиньпин? Он что, понимаешь ли, вышел из народа? Откуда Ленин взялся? Откуда Хамини взялся? Откуда Трамп взялся? Откуда Путин взялся? Who is Mr. Putin? И теперь дальше спрашиваю. Who is Mr. Старухин? Он говорит, сейчас 500 человек найдем, они нотариально заверят, и все. Ну, глупость ты говоришь. Ну, хорошо. Ну, считайте, что так. Мнения могут разные. Темы славна, школа здравого смысла. Мнения могут быть разными. Пожалуйста, вопрос вас. И на этом заканчиваем. Все?